Коллеги, в данном видео я продемонстрирую, как наложить кинезиологический тейп на квадратичную мышцу стопы. Для этого нам потребуется тейп длиной примерно 15 см, да, разрезанный по Y-методике. Обезжириваем ткани, да, просим пациента при позиционировании произвести дорсифлексию, натянуть носочек на себя, пока что расслабьте. Да. Снимаем защитную бумагу, накладываем базы тейпа, да, без натяжения. Далее просим пациента спозиционировать, да, носочек, вытянуть его на себя. Снимаем подложку, защитную бумагу. Далее с 15% натяжением накладываем непосредственно на мышцу. Раз. И якорь без натяжения. Пытаемся избежать складочек и хорошенько тейп приглаживаем для более крепкой адгезии. Угу. Расслабьте ножку. Хорошо. Спасибо за внимание.